Два человека пострадали при взрыве в Турковском районе. ЧП произошло в селе Дмитриевка. Водитель КамАЗа из Саратова привез фермеру дизельное топливо. Во время процесса перекачки по неизвестным причинам загорелась стоящая на земле цистерна. Произошел взрыв, и огонь перекинулся на КамАЗ. Водителя и фермера в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. В настоящее время решается вопрос о транспортировке пострадавших.